Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на русском сервере наконец-то открылся архи. Я сейчас его вам опять же покажу, уже полноценно. С космо. Вот такая вот у нас пачечка будет. Так. Кого берем? Вместо Химки мы возьмем немножко другого героя. Ведьмочка. Стрелок. Правда, это вроде не тот стрелок. Так, где там мой стрелок? Вот такой вот стрелок, ведьма. Будем тестировать сердцеедку, если я ее найду. Так, сейчас мы определимся еще с сердцеедкой. Так, что тут у нас нету топовых талантов? Нет, надо будет как-то забрать. Талантики будут продавать, эмблемки точнее. Так, такая вот сборка. Меняем, убираем, ставим ремочку, чтобы сразу включился, потому что отражалка. Так, первый собран. Питомца можно ставить, лучше даже ставить дракончика. Ставим вот так вот. Первый герой у нас собран. Дальше тыковка. Ставим вот так вот, даже не так. А вот так. Чикабум. Второй герой собран. Дальше Химка. Понятно все. Укротитель. На укротителя поставим Шиару. У меня они не прокачаны, то есть я не качаю им прорывы, я уже вам это показывал. Все остальное на русском сервере немножко забил на это дело. Так, ведьмочка есть. 3. 4, да, у нас уже герои собраны. Смотрим, что у нас тут есть. Так, давайте стрелка сразу же проверим. Так, стрелок собран. Сейчас я еще кого-то заберу. Так, сухника сняли. И осталось нам сердцеедку еще сделать. В принципе, можно с разбросом поменять. Так, давайте выберем. Есть у меня талантик, нету. Таланта, к сожалению, нет. Ну, давайте вот используем раскол. Опять же, все-таки будет получше. Качать смысла даже нет. Ставим вот так. Так, плюс можно поставить ангела. Поехали, смотрим. Смотрим, как мы сейчас сольемся, а может не сольемся. Самое главное, чтобы архи не включился. Так. Вот такой вот состав, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Плюс у нас есть смотритель, и кидаем вот так вот всех вместе. Все. Архидемона мы заблочили. Но главное, чтобы он теперь не включился у нас.
Ну, такой состав мне понравился, я на английском сервере там нормально набил. Тут, к сожалению, мы, наверное, топ не набьем, потому что не все руны, не все выставлено так, как надо. Но в любом случае у вас есть защита от стана. Можно попробовать другие составы. Ну, посмотрим, пока потестируем такой, что у нас с этого получится. Может и сорвется, кто его знает. Ну, пока вроде более-менее нормально идем. Ну, плюс-минус идем в первую десятку. Чуть времени, правда, не хватает, но 4 мы должны тоже точно убить. А там дальше будет видно. Еще вариант, конечно, взять скин на Космо и поставить ему, и плюс поставить на сердцеедку. Плюс еще прокачать прорывы, то есть можно больше набивать, ну, все равно больше уже смысла особо в этом архидемоне нет. В последнее время, это если раньше мы там за эти кулаки воевали, то сейчас этих 6к кулаков это просто ни о чем. Вот видите, включился, сорвался, то, о чем я говорил. Но у нас осталось 40 секунд. Вот таким вот составом, в принципе, мы набили 3. Что очень даже уже неплохо. Давайте еще разок тест. У нас получается только один Космо тащит полностью всего архи. Три попытки. Вот вам опять же плюс от Космо. Можно не париться над тем, что у вас чего-то там нету. Можно было бы, конечно, сюда поставить вместо сердцеедки химку, попробовать как вариант. Ну, это опять же плюс-минус. Самое главное, чтобы он не включился. Вот только я сказал не включился, и он у нас включился. Так, ну, попытки у нас еще будут, в принципе, еще потестим. Давайте попробуем, может, у нас получится вытащить отсюда что-то. Так, надо не забывать забирать плюшечки, тратить ордена. Ну, в общем, я вам показал вариант. А можно еще, чтобы он не срывался, кого-то того же самого Лазулю поставить, либо Бигфута, либо Огника попробовать как вариант. Тоже, в принципе, там плюс-минус разница небольшая будет. Ну, как видите, можно попробовать. Я еще раз попробую затестить именно с этим героем с Космо. Да, к сожалению, нам ничего не выпало. Вот так вот. Такс, что там у нас еще? Битва гелий. Супер-мега противники 415, 180, 460. Донаты с прокачками. Супер-мега имбы. Что, давайте попробуем. Попробуем сейчас вытащить. Или слиться. Тут больше вариант похож на слив, конечно же. Смотрите, как сливаются. Да, лучше выйти. В таких случаях лучше выходить.
Да, тут надо будет Минотавром, наверное, попробую. Давно я Миносом не бегал уже. В общем, вот такой вот арки. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть в тестах. Герои здесь не прокачаны, но, как видите, можно бегать. 12-е, конечно, скиллы, но не то, что у меня на английском сервере. И то набиваем неплохо. Все, всем удачи, всем пока.